Друзья, я рад вас всех приветствовать. У нас небольшое обращение от сказочного персонажа, какого-то неадекватного гражданина, видно, когда-то обиженного нами, либо его мы друзей как-то обидели. Ну, в общем, послушайте, какие пожелания в адрес мой и наших активистов он высказал. Смотрим. Чё там, серый ещё не сгорел до конца? Нет, чё, ты жиришь тут тоже? Бля, чё, ёбаный, чё? Да вы черти, ёбаный, да. Хуё, ёб, ты там пишешь, чё? Да что, не сгорела еще машина? Думаю, полыхнет. Ты чертила? Смотри, так выложишь меня в видео, тебе будет пизда, понял? Я не шучу, я тебе реально сказал. Друзья, ну вот вы и посмотрели. Вот этот сказочный персонаж, ну по-другому его никак не назовешь, я думаю, он не вполне адекватен, не вполне нормален. И самое главное, он должен понимать, что не только я или наши ребята обладают имуществом, но и он также обладает своим замечательным Porsche Cayenne на трех четверках. И он должен понимать, что все имеет свойство гореть, все имеет свойство портиться от времени, либо от каких-то других действий. И если он когда-то захочет высказать угрозы о физической расправе в отношении меня или наших активистов, ну не дай бог еще и воплотит их в жизнь, то он должен понимать, что он тоже сделан из мяса. И все его друзья, которые разделяют его точку зрения, сделаны из мяса. И у всех есть имущество, так же, как и у нас. Так что не нужно рисковать ни своим имуществом, ни своим здоровьем. Давайте жить дружно. И я надеюсь, ты посмотришь это видео. И, к сожалению, тебя не записали, ребята, твое лицо. К сожалению, нет у нас изображения твоего. Но мне сказали, при встрече тебя опознают. А может быть, ты даже сам меня найдешь. Телефон горячей линии ты можешь найти на сайте нашего движения. 8-960-100-00-34. Если ты сильно хочешь мне лично сказать такие вещи, то, пожалуйста, звони, и мы с тобой обязательно встретимся. Может быть, ты в отношении меня и сможешь там на месте предпринять какие-то действия. Ты меня понял? Так что я на тебя зла не держу. На ущербных и на оскорбленных и униженных зла не должны держать. Я тебя прощаю. Обязательно, обязательно именно ты подпишись на наш канал и смотри выпуски. И надеюсь, там ты увидишь своих друзей в ближайшее время. А если ты сам ездишь пьяный, ну значит, ты и себя там увидишь. Так что, как говорится, до новых встреч. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже.